носом, он закрепляется здесь, туло обматывается несколько раз и закрепляется на тот круг, чтобы было у нас было в статичном положении. Все это тело безопасности. Вот это вот все. Да, свободное поле управления. И такой снаряд он будет зависеть. Играет того, что управляемую ракету на, ну, он, знаете, закрепил, выставил ему тот снаряд и начал запись заряжать. Как делаешь? Ну что, один выстрел? Ну, может быть, ты угадал, потому что изначально по истории игроков. Это что они с тобой могут согласиться? Ну, так что у нас одна техника. Ну, но даже я согласен, что на каждую найдется свой мужчина, своя пуля, свой снаряд, да, свой минус. Ну, ничего идеального нет. Видишь, вот будет. Это вообще сгорело. Это вообще спалить. Знаешь, управляем. Сон управляем. Парень на пятерку.
проси. Я так говорю, что там пару громадная. Нет, столько техники, как все обойдешь. Там расфигачили, сколько людей перестрелял. Танковая машина. Смотрите, пушка упала прямо на это. Вы заметили, что этого танка пушка упала прямо на гусеницу. Танком поизмывались, да. Стреляли в лесу.
Так, это у меня биопарк почти целый, не сильно побит. Вот так по кругу. Там этот американский танк просто изрешетили в решето, видел? Отомстили. Да, по-моему. А знаешь почему? Досталось. У нас Абрамс изрешетили, тут измывались над ним хорошо. Колеса горели. Мишенью, наверное, поставили где-нибудь. Типа испытание. Прям солидолом пахнет этим керосином. А, вон колеса смазанные, тут прям пахнет. Автомобиль 3 тонн 01. Назначили для перевозки личного состава. Да, вот еще броня Мамба для перевозки личного состава. Это турецкий. Бронемашина. Да, там походу пробили его. Пробой стекла. О, да, 6-6, там от нас спереди. Так, еще на автомобиль Турция, БМЦ. ПГшкой насквозь прошел. Thank you.
Объединенная